все, что закрывается и наценяется, это все только не на пользу людям, покупателям. Все мы очень, я лично вообще крайне недовольна. Хрен с ним, с этим Макдональдсом, пусть закрывают. Я сколько тренировался, вот только сейчас пришел, поел, и сейчас больше не хочу туда. То есть, если считать, питается вся Россия Макдональдсом, то это утрата не только для них, но и для нас. А вообще для молодежи что значит это место? Мы вот прощальный обед скоро будем делать. Людей просто жалко, то что люди работу теряют, это больше всего.